Сегодня состоялось первое в этом году заседание межведомственной комиссии по мониторингу указов президента. Вопросы разные, начиная от межнационального согласия в регионе, заканчивая повышением заработных плат и социального уровня жизни. Последние события в сопредельном России государстве сказываются и на Мурманской области. Межнациональный вопрос был первым в повестке заседания. Почти 5% жителей региона украинцы, к примеру, коренных саамов в области меньше 1%. Еще один важный вопрос касался повышения зарплат врачам, учителям и социальным работникам. Указ президента о создании при социальных учреждениях общественных советов также вызвал широкое обсуждение. Планируется, что такие органы будут выступать контролирующим звеном. Также мы будем говорить о том, чтобы органы исполнительной власти, которые не относятся к социальному блоку, тоже внедряли в свою работу возможность оценки своей работы общественными советами.